Ушел. Кому ты сделал хуже? Иди, скрывайся от проблем в бегах. Хотела, чтобы ты был хорошим мужем. А ты... Что ты? Ты жил в своих мечтах. Конечно, побежишь сейчас к Сереге. Детей и жены нет. Деньги есть сейчас. Ну вот уедет он. Кому ты будешь нужен? О ком ты вспомнишь в предрассветный час? Твои друзья хорошие ребята, пытаются с семьи тебя забрать. Мол, что сидишь ты постоянно дома? Ты что, жену приставлен охранять? О, как ты заблуждаешься, мой милый! Стараешься пред ними быть самцом. Но ценится не это в нашем мире. Мужчина тот, кто хочет детям быть отцом. Да, именно отцом, не просто словом. Примером мужества, любви и доброты. Чтоб сын или дочь, когда столкнулись с горем, могли сказать: «Папуля, помоги». Чтоб знали, ты укроешь от ненастья, закроешь их крылом могучих рук, ведь разве ли не в этом мире счастье оберегать своих детей от мук? Сейчас ты отвлекаешься с друзьями, а мы сидим одни в тяжелый час. Ко всем приходит в жизни осознание, и пусть не в этот миг, но в самый нужный час.